Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Чому навіть маститі психологи остерігаються дати оцінку стану, в якому сьогодні знаходиться наше суспільство? Дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. Говорять філософи, що саме устойчиве, саме постійне в житті – це будуще. Вся життя – це случайності. Наша задача – допомогти чоловіку знайти себе. Чоловік має стати, ким він може стати. А ким він може стати? Він може стати тим, к чому він буде способен. Випадковість або закономірність. І чи можна між цими поняттями поставити знак рівенства? Дізнаємось з вуст нашого сьогоднішнього героя. Завідувача кафедри психології Чорноморського державного університету імені Петра Могили, доктора психологічних наук, професора Ярослава Васильєва. Друзья мои, сегодня мы с вами идем в гости к профессору, к доктору психологических наук, старейшему психологу города Николаева, который вырастил не одно поколение психологов, заведующий кафедры психологии, доктор психологических наук, профессор Васильев Ярослав Васильевич. Как жить и не тужить? Как вообще прожить эту жизнь достойно? На все эти вопросы, я думаю, мы сейчас получим ответы из уст профессора. Пойдемте. Друзья мои, у профессора не так уж много и времени, но, тем не менее, он любезно согласился уделить нам несколько минут, потому что в этой суете жизни очень легко себя потерять. А профессор, доктор психологических наук Ярослав Васильевич Васильев знает, как себя не потерять. Ярослав Васильевич, вы, можно сказать, в психологии дока. Вы посвятили этой науке, ну, наверное, может быть, даже и большую часть своей жизни. Больше-то точно, но сознательно. И, конечно, вы, как никто другой, знаете, что такое психология. Ну, я не могу сказать, что я знаю, понимаете, потому что кто сильно много знает, тот ничего не знает. В том смысле, в парадоксе, что мы, тот, кто считает, что он знает, навряд ли он знает на самом деле. Поэтому говорить, что, ну, стараемся понять, и, исходя из разных вот позиций, концепций и так далее. У меня вот эта концепция, ну, заключается в том, что... Это ваша книга, да? Да, это моя книга. Футуреальная психология личности. Личности, да. То есть, вы знаете, все, ну, в основном люди могут жить либо прошлым, либо настоящим, либо будущим. Прошлым всегда жили, считают, способности, надо память развивать. Прошлое, главное, история. Ну, конечно, она есть, но... Можно сказать, некоторые считают, что, ну, я считаю, что это не так. Если мы будем ориентироваться на прошлое условно или только, говорят, так сказать, абстрактно, да, то у нас не будет прогресса. Ну, какой, понимаете, смысл, если нет у человека перспективы, да? Некоторые говорят, надо настоящим жить. Да, ну, здесь и сейчас, да? Да, здесь и сейчас, но я тоже не могу с этим согласиться. Что значит здесь и сейчас? Вот мы сейчас сидим с вами, вот это здесь и сейчас. И когда говорят, что такое настоящее время, это настоящее время, вот вы мне задали вопрос, я должен вам ответить, так? То есть у меня возникает цель вам ответить. Вот настоящее закончилось, потому что вот сейчас вы мне зададите вопрос. Ну, по логике интервью, да? То есть ситуация меняется постоянно. И вот то, что было до этого, когда мы начали разговор, это уже в прошлом остается, как говорят философы нормально, что самое устойчивое, самое постоянное в жизни – это будущее. Понимаете, вот и по моим расчетам, я это и в этой книге привожу, что, в принципе, времени нет, оно есть как, оно относительно. На Луне это одно время, здесь другое, ну, наверное, все смотрели о Гене, о Эйнштейне, вот сериал шел по телевидению, и, конечно, вот он как раз тот человек, который все сделал на основе своей фантазии, на основе будущего времени. Так, Ярослав Васильевич, значит, судя по всему, психология – это наука о времени?
Нет, время это идет, мы живем во времени, понимаете? Ну, кто как его понимает. Я считаю, что чисто физически, ну, в отличие там, от Ньютона, иные авторы говорили, оно относительное или оно постоянно, как субстанция, вот оно постоянное, да? А время, оно фактически относительное. Лейбниц об этом говорил, выступая против, как бы, споря с Ньютоном. И я тоже пришел вот к тому, что время, оно не постоянное, понимаете? И в разных местах, сегодня мы уже больше говорим о Вселенной и шире, понимаете, то там время уже то, что казалось, что быстрее света нет, то самое быстрое это свет, но на самом деле оказалось, это сегодня уже не признается физиками и так далее. Поэтому и получается, что как бы мы решаем задачу в жизни, но вот она перед нами, в будущем. Мы решаем как бы, ну, ясно, что в голове, как любят говорить физиологи. Но, в принципе, это наш расчет на будущее. И поэтому я просто исхожу из того, что человек живет будущим и ради этого будущего. Мы просыпаемся с утра, что мы думаем о прошлом. Ну, у кого, конечно, есть проблемы, то можно. Очень трудно оторваться, бывает, от какой-то идеи. А обычно он думает, что я буду сегодня делать, а чего и так далее, и так далее. Вплоть до самой дальней перспективы. Вот это моя... Мой такой подход, чисто теоретический, что ли. Ярослав Васильевич, ну вот сегодня профессия психолога, она очень востребована в каждом учебном заведении, на каждом предприятии, наверное, есть психологи. Это модно или это необходимо? Чем может помочь психолог? Ну, в школе понятно, там поработать с детьми. А вообще, чем может сегодня помочь психолог современному человеку? Понимаете, у нас все-таки еще психология, ну, не на том еще месте, понимаете, как в мировой, как бы, скажем, зарубежной действительности. Там к психологам обращаются, там они помогают, у нас считают, что психолог – это почти психиатр, а раз психиатр, то это уже… Значит, я это больной, псих, да? Да, понимаете, да. Вот. И некоторые родители, если обращаются… Вся проблема настоящего времени, вот так, если говорить, я считаю, что заключается в том, чтобы человек нашел свое место в жизни. Он должен, вот проблема способностей вновь появилась. Раньше искали гениев, талантов, чтобы дети играли там на фано все, рисовали. Ну, родители, которые думают о детях, они ищут эти способности у ребенка, это правильно. Но проблема здесь даже не в том, чтобы он стал гениальным, выдающимся и так далее, а в том, чтобы он нашел себя. Вот месяц древних «Познать себя», он оказывается на сегодня самый актуальный. Наша задача – помочь человеку найти себя, чтобы он получал удовольствие от работы, прежде всего, потому что у него время тратится в основном, чтобы эта работа была для него интересна. Если она уже нравится, она интересна, она ему легко дается, и все это суммарно дает нам такое, ну, современное понятие самоактуализированной личности, самоактуализация. То есть это теория американского психолога Маслоу, Абрахама Маслоу. Его подход заключается в том, что он даже перевернул Фрейда и сказал, что все это неверно. Он предложил так называемую гуманистическую психологию, в основе которой лежит, что человек должен стать, кем он может стать. А кем он может стать? Он может стать тем, к чему он будет способен. Вот вы доктор психологических наук, вы профессор. Когда-то в юности вы прозревали грядущее, что вы именно достигнете нет. психологии каких-то? Нет, 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 нет и нет. Я родился, правда, не в Николаеве, но я родился во время войны в 43-м году в России, в Краснодаре. Но как только освободили Николаев, мои родители отсюда были, и мы вернулись в Николаев. 44-го года я в Николаеве. Вот представьте, я жил возле
сейчас наиболее точно сказать. Ну, была такая мещанская канава в Николаеве известная. Это Маломорская. Районе, да, Маломорская, нет, там больше гражданская. Вот она шла по дорогам. То есть, как бы, стоки, извините, ну, не в том смысле, да, но они шли к реке, тянулись, и вот кто тогда, в те годы, думал, послевоенное только. Конечно, нет. И психологии тогда, вы знаете, выпускали только два вуза. МГУ и ЛГУ. Психологов был там, один из самых больших конкурсов был на уровне института кинематографии. Да. Потому что многие хотели, но... Что вас потянуло в психологию? А меня потянуло в 23 года. Почему? Потому что я всегда любил заниматься тем, чем я, что я делаю, я должен это любить и понимать. В школе я немножко против и современной школы, и той, что была, не учитываются индивидуальные особенности детей. Вот, поэтому я не очень уважал учителей и так далее, учился. Не очень хорошо, потому что профессор. Я занимался не тем, а сейчас... Господа, внимание, профессор, доктор психологических наук не хотел учиться в школе, нет, не любил. Я знал, что надо получить не диплом, а аттестат зрелости. Нет, я не настолько не хотел. Я просто говорю, что мне было интересно, я любил учиться там, где мне интересно. А где не интересно, я либо как-то, ну, в общем, избегал глубоких знаний, можно так сказать. Я не знал, я занимался спортом, играл в баскетбол, тогда был капитаном команды Николаевской области по баскетболу, и поэтому я, закончив школу, пошел туда, чтобы мне было интересно. Пошел в институт физкультуры. Почему? Потому что там была команда высшей лиги, баскетбольная, единственная в Советском Союзе. То есть Украина единственная. Вот, и я чемпионом Украины был в юношеском возрасте, и там приблизительно в дубле тогда еще не было такого профессионализма, но я увидел, что это не мое. Чисто физически. Я думал, у меня сейчас под 190, а думал, ну, 195 и где-то вес 100 килограммов будет достаточно. Но, как это говорят в психологии, оказался церебротоником. Остался таким худощавым, акселератом, и той массы, той физической для высшей лиги у меня не оказалось. Но я все равно не знал, куда мне идти, но я знал, что все это не мое. И только как 20... же вы нашли? А вот 23 года, можно сказать, случайно, ну, вся жизнь – это случайность. Я вот смотрю, это интуиция, это только мы же… Все там, где нормально, там мы и так знаем, куда идти. А вот в тех вариантах, когда возникает проблема и так далее, но если возникает проблема, это уже стресс, можно себя поздравить. И положительный, и отрицательный. Вот, ну, я повезло мне случайно. Я вот узнал этого человека, вот, Петр Яковлевич Гальперин, это известный был психолог, в обучении, особенно у него теория планомерного формирования. Два слова. Я в «Комсомольской правде» был студентом, прочел, что задали как бы председателю в ЛКСМ ГДР, что вы берете от советской науки, там же обязательно в области педагогики. Макаренко. В обучении мы берем Гальперина. Я так сел, как студент, почитал, ну, Макаренко... Я знаю все, а чего я не знаю Гальперин? Вот так вот в жизни получилось, что я наткнулся потом на его статью, была популярная в ПДИНе, я тогда работал. Там наука только как бы возникала, это была половина 60-х, вторая половина 60-х годов. И Белый был такой, Юрий Александрович, математик, и он тогда пропагандировал, был заинтересован программированным обучением, и вот я прочитал о Гальперине, вдруг встречаю его статью, посвященную психологии программированное обучение. Узнаю Гальперина, который не знал, но я знал, что он меня интересовался. И вот эта статья меня, и я прочел эту статью и сказал, вот оно, вот то, что мне
Надо. Почему? Потому что меня интересовало мышление спортсмена, тактическое мышление. И он интеллектом занимался. Я взял его теорию, поступил в аспирантуру в Москве. И вот с ним и на основе его теории выяснил, что это мышление существует. А потом перешел уже на личность. И вот, вот так вот и я, ну, случайности повезло, встретил тех, кто знает его, меня с ним познакомили, представили, ля-ля, он взял меня в ученики, и я, вот, случайность. Но я прочел эту статью, еще, я понял, вот это уже мое. Раньше я ни на что не соглашался. Не будь там, тренеру мне предлагали высшую лигу, даже здесь такой был. Николай Бажанар известный, мы с ним играли когда-то, он мне предлагал, у него не было еще тогда спортивного образования, вот, а у меня было, и поэтому, ну, я сказал, нет, это уже не мое. Вот такие истории, понимаете, случайности приводят к тому. Но говорят, что случайностей в жизни не бывает, случайность – это звено в цепи закономерности. Совершенно верно. Ну, я просто не разводил, это понятно, но я как раз и говорю, что… Вся жизнь – это случайности. Ярослав Васильевич, а вы как человек, который в психологии не один год и который во многом преуспел в психологии, вы можете сегодня оценить состояние нашего общества с психологической точки зрения? Вы знаете, ну, есть на некоторых каналах психологи выступают. Кого оценивать? Понимаете, вот если сказать о том, что есть народ, который страдает сейчас в основном, они пенсионеры, те, что, ну, понимаете, да, живут за чертой бедности, я удивляюсь, как они все это терпят, вот, с одной стороны. С другой стороны, есть надсредний класс, потому что среднего класса нет. Те неплохо себя чувствуют, это депутаты, это там здесь князьки и так далее. Понимаете, это уже более-менее живут и как бы не обижаются на жизнь. Ну и те олигархи, кто… Поэтому… То есть общество с точки зрения психологии разделено? Да, конечно, на группы, классы, как вот раньше говорили при коммунистах, разделено. И поэтому кого-то это устраивает, они хотят удержаться во власти и будут сеять гречку, и будут деньги отдавать, которые потом, конечно, откупятся. В общем, не лады в нашем государстве, я бы так сказал. Все-таки нет, мы ощущаем, нет закона, нет справедливости, что говорить. Поэтому люди чувствуют себя по-разному. Кто у кого-то экзистенциальные вот эти проблемы, что, мол, несправедливость. Они как бы не жалуются уже, не выходят даже на… Потому что показали, что все это политика дурит. Человек. Ну, в общем, я не социальный, не политический психолог, я просто говорю с позиции, что разделены люди, некто недовольны и прилично, готовы выйти, другие думают, а война, верят и так далее. Хорошо, Ярослав Васильевич, тогда с точки зрения психолога, такого маститого, как вы, как тем людям, которые не уверены в завтрашнем дне, но по психологии человек живет все-таки завтрашним днем. Как им себя найти, если они совершенно не уверены в этом завтрашнем дне? И стоит ли себя находить в этом завтрашнем дне? Вы знаете, я бы сказал так, что важно, чтобы дети получали с детства хорошее воспитание. Ну, как говорят, чтобы читали хорошие книжки. Когда родители уделяют внимание, когда дети растут воспитанным, и знаешь, что надо учиться, что… Ну, я вот представлял, вы задали вопрос, то я представлял, что я обязательно должен получить 10 классов, что мне там нравилось, не нравилось. Но я знал, что аттестат я получу и так далее. Что одни предметы любил, другие игнорировал и так далее. Вот. Но вот надо как-то, чтобы человек, если он получит такое воспитание и поймет, что надо учиться,
что высшее образование – это обязательно. Как бы мне тоже, я был недоволен, у меня там не поломалась спортивная карьера. Но я говорю, ну что, ну получу высшее образование. Тем более у нас там медицинские предметы, ближе к человеку. Вот, верить в то, что вы себя найдете. Вот я в это верил. И для этого я всегда задавал, это мое или не мое. Нет, это не мое, не мое, не мое. Где-то 23 года я верил, что я наткнусь. Но это было в тех условиях. Здесь тоже надо получать образование, верить в себя, понимаете, верить в себя, и вы найдете себя. Может, перепробовать, но я в 23 года нашел, да. А до этого я говорил, не мое, правильно? А некоторые идут так вот. А мама сказала, я пошла учиться в этот вуз. Ярослав Васильевич, итак, будьте добры. Кроме того, что верить в себя, вот из уст нашего героя, доктора психологических наук, профессора, звучит, друзья мои, для вас совет – верить в себя. А еще что? Для того, чтобы не потеряться в этой жизни. Верить в себя и искать. Неудачи помогают, вот можно так сказать, что есть такая интернальность при неудачах. Преодолевать неудачи, конечно, если вы будете постоянно, бывают же люди и такого упорного типа, типа параноидальных, они могут биться головой об стенку и думают, что вот это упорство. Нет, надо корректировать, надо понимать, вовремя остановиться. И у меня были попытки этого. Пытался в НКИ поступить после уже этого, потому что то неудачи преодолели. Но если, вы знаете, надо, я бы сказал, поступать, как вот из моего опыта жизни, поступать честно, не иметь долгов, в каком смысле, чтобы это над вами не висело. Надо вот где-то, я, ну как, я нельзя сказать, я в Бога верю, но не такую же, не хожу в церковь и так далее, но вот где-то надо стремиться жить по законам, библейским законам, по 10 заповедям, вот к этому. Понимаете, не врать, не подлечить, не, вот особенно подлость, я вот как бы не считаю это одной из важных, когда человек целеустремленно делает другим плохо. Вот жить по совести. Если будете жить в ладах с собой и с Богом, условно скажем, то все будет. И главное, не подлечить. Вот все-таки моя точка зрения заключается в том, что жить надо так, чтобы не было о чем вспомнить, что было плохо. Ну, или если Островского помните, да, что, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Вот в этом-то, наверное, и вся суть, что мы должны жить ради будущего, думать о будущем. Если бы наши политики больше думали о будущем, то, наверное, они бы заботились больше о народе. Ну и так далее. Вот в этом смысле. Поэтому надо жить будущим. Надеяться на будущее, что все изменится к лучшему. Но это уже зависит от прожитого времени. Можно уже и надежды эти не нужны, можно так сказать. То есть жить будущим, но все-таки строить настоящее? Ну, настоящее, оно вот сейчас пройдет, вы уйдете, уже будет. И будущего уже того не будет, что было перед встречей, понимаете? Жить настоящим. Ну, живем-то мы настоящим. На что человек, мне кажется, на что человек ориентирован, вот есть цель, а за ним идет шлейф. Вот чем эта цель выше, понимаете, чем она достойнее и так далее, то внизу все будет устраиваться лучше. Вот те вот, о чем мы говорили, случайности превратятся в энную, в какую-то закономерность для человека. А те люди, которые как бы нашли себя, вот, они и живут более-менее как бы счастливы, надежды у них появляются. Наш сьогоднішній герой – завідувач кафедри психології Чорноморського державного університету імені Петра Могили, доктор психологічних наук, професор Ярослав Васильєв, впевнений. Якщо ти живеш по совісті, завжди знайдеш спільну мову із сам собою, із іншими. Я, Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре!